Всем привет! Хочу маленький обзор сделать. Это же прикуриватель, повербанк, фонарик и насос. Вот, хотел давным-давно себе, хоть у меня и есть насос, но хочется что-то компактное, маленькое и удобное. В таком кейсе он приходит. Вот он сам насос. Вот. К нему шланчик. Здесь же в комплекте прикуривающие провода. Вот такие вот они. Тут же и накачиваешь шарики всякие, мячики, надувные батуты. Тут же и Type-C зарядка ивонова. Его вот такой он вот так выглядит. Сейчас заодно проверим, как он работает. Очень удобно, что вот так, не надо ничего накручивать. Так, сейчас у меня давление 2,4. Сейчас 2,2 попробуем выставить. Так. Так, включаем его. Что он у нас показывает? Так, давление сейчас в колесах он показывает и сколько он может накачать. Так, давайте одним. 2,2. Включить. Еще надо включить. Так. Ну, наверное. Не спускает, только накачивает. Печально. Пустим колесо. Сколько там? Еще поспустим. Так, сейчас у нас 1,94 показывает. Замечательно. Так, сейчас проверим, сколько он накачал по компьютеру. Опа. Так, сколько у нас показывает. Все четко, 2,2. Погрешности, значит, нету. О, компьютер ругается. Надо чуть подождать. Также он же и фонарик. Так, фонарик. Ну-ка еще раз попробую. Ну, Ярик, фонарик не такой уж и яркий, если честно. Может, как-то мощнее можно сделать его. Ну, тут еще светодиоды есть.
Ну тут одни светодиоды, вот вторые рядом. Можно цвет, может, менять можно. Так, а вот назад. Мотоцикл, велосипед, мячик, машина. А вот. Кому как надо регулируется. Так, а здесь у нас. Так, это для этого. Все на коленках, как всегда. Так. Интересно. Прикуривать. Как он будет прикуривать. Ну, какие-нибудь информации. О, лампочки загорели. Ну, может, можно уже прикуривать, наверное. Так, он же и повербланк, получается. Он же насос. Так, вот такие тут входы. Никаких обозначений больше нет. Купил его, потому что он маленький, компактный, удобный. Вот, к примеру, как он. С полэкрана, что ли. Короче, сюда он почти помещается. Вот. Вот такой девайс. Нравится, довольный.